Ставийский. Как правильно? Ну, не знаю. Почему не за Россию? В России очень много политики. Спортсмен плохо откатался, тренер говно. В Болгарии нет мальчиков. Там рождаются сразу мужчины. Мне даже добавить нечего. Нечего тут добавить. Треснуло три ребра и легкого так сложилось. У танцоров смертоубийство происходит на тренировке. Денег нет, но вы держите. Второе интервью подряд я плачу. А так все хорошо. С вами снова я, Лина Федорова, и прямо сейчас я направляюсь к многократным призерам чемпионатов Европы, двукратным победителям чемпионата мира Албене Денковой и Максиму Ставийскому. Будет масса всего интересного, ну, впрочем, как и всегда. Погнали! Албенка начинала в Болгарии. Это София. Понятно, да. Да, а это действительно, действительно этот каток, он является тот каток, на который я пришел первый раз, где я делал первый раз коньки. И ничего с тех пор глобально не поменялось. Стенки только вот выросли, вот эти вот две. И на улице еще был такой каток открытый, где там тоже катались зимой. Ну, каточка же, да, старый, но он какой-то такой надежный, во-первых, не знаю. То есть он всегда работал, не помню, что он когда-нибудь закрывался. Сейчас вроде собираются реконструировать, а лед здесь всегда хороший очень. Максим, на самом деле очень такой насущный вопрос. Когда я готовилась к этому интервью, как ваша фамилия только не писалась? Иставицкий. Как правильно, а как вообще? Сначала я очень сильно исправлял, давался в эти подробности. Сейчас уже рукой махнул, не обращая внимания. Ставицкий. Все, дорогие зрители, запомните, пожалуйста, и не путайте. Без дополнений и введений. Мне одиночное не очень нравилось катание, поэтому я быстро переквалифицировалась. Прыжки совершенно не мое. Мне больше нравилось танцевать. Слушай, знаешь, как смешно? Несколько раз так что-то катаемся, так раскатываемся. Откуда-то, какой-то мячик маленький. Тут оборачиваюсь, смотрю, Албена стоит, какая сама в себе мячик этот катает по себе. Ну, конечно. Привычки-то остались. Да. Я читала биографию твоих родителей. У тебя мама вообще кандидат наук. Ну, то есть, как? Да, она у меня радист. Да, как так получилось, что ты оказался в такой творческой профессии? Ну, я уже сказал, очень, я не знаю как, но, во-первых, очень действительно было популярное фигурное катание. Я не могу даже посчитать, сколько раз я засыпал перед телевизором, глядя на фигуристов. А на чьих прокатах засыпал? А нет, это зависело абсолютно от количества проделанных уроков перед этим и от времени трансляции, скажем так. В Болгарии, конечно, у нас был только один или два катка. Конечно, мальчиков не было там. Никого не было. В Болгарии нет мальчиков. Фигуристов. Там рождаются сразу мужчины. В общем, да. Албена приехала в Москву, была зима, слякоть, сыро. Я ее встречаю в Шереметьево. Она меня увидела, хотела сразу поехать обратно. Говорит, ну что это за... И у меня волосы длинные, там, ну все вокруг не располагает. Вообще никакому знакомству. Ну, пересилила себя, да. Ну, и не зря. Ну, она еще пока думала, что зря. Да. Макс, слушай, ну почему не за Россию? Явно перспектив больше. А перспектив больше каких? Денег больше. Ну, вообще, честно говоря, вот я и Албене это говорил, я вообще не знал, что в Болгарии есть фигурное катание. Я перспектив особо-то как бы я и не видел. Ну, думал, все уж, надо учиться, вон там болеть где-то кататься, ну, не знаю. А приехал, и тут Албена покорила меня вообще со своим желанием, работоспособностью и вообще самоотдачей. И, в принципе, я считаю, что то, что мы начали завоевывать места, это 90% заслуга Албены, потому что если бы она не хотела так и не пахала, иногда и меня не заставляла так работать, то я думаю, ничего бы мы этого не заслужили, не получили бы. Ну, Максим, в принципе, очень хороший партнер. Очень умеет... Сегодня раздаем комплименты друг другу. А мы всегда раздаем комплименты. Да. Он очень хороший партнер на самом деле. И всегда может помочь партнерше.
сделать так, чтобы ей было комфортно, научить, объяснить. И это было очень важно. А с другой стороны, я очень самокритичная всегда. И очень прямо... Даже чересчур. Это, да, чересчур всегда. Это у меня чересчур работа какая-то способная и желание сделать все до какого-то перфекционизма, который не существует. И это как-то у нас переплелось, и видно, оно и дало очень хорошие результаты. И плюс, конечно, наверное, шанс, потому что без шанса куда. У нас как-то, мне кажется, звезды сошлись. Буквально на неделю, пока Албена была в Москве, проездом через Олега Эпштейна проезжал как раз-таки его же ученик Алексей Горшков со своей группы. Причем они проезжали по пути в Болгарию. И Олег Фимович говорит: ну, Леш, ты там последи за ними там. Говорю: ну, послежу, а что. И вот так мы поехали вместе в Болгарию, и вот так он следил за нами на протяжении 10 лет. Нас вот. Горшков как заплетал. Нет, вообще Горшков до сих пор... Нет, я смотрел юниорские пары Горшкова, он их там тоже заплетает, будь здоров, там люди... Мы не могли по 6-7 месяцев выкатать программы. Просто без пауз. Он просто отсюда, если мы просто добыл полсчет без движений, полсчета, то это невозможно, казалось, пустовато. Нет, давайте здесь усложним еще в позиции. Леша технически очень сложно ставит. Вот всегда вот так вот все а через... это еще заслуга Петухова, который... Да, помню, у нас была программа какая-то «Восток», а он... Ну, там твизл, крутим одинарно или двойной, неважно, там просто для какой связки. Какой одинарный? Двойной, говорит, тройной. Не-не-не, там это было в начале, это был не элемент, то есть тогда их не было, этих твизлов. И он это, ай, сделайте руки, в общем, вот так вот, только за спиной, вот там. Я говорю, как? Подержи, я так не знаю. Еще при этом крутиться надо, а Албена сделал, у меня это гимнастическое прошлое. Да-да-да. А я там корячился, у нас и так там, я доширак не мог вилкой есть, потому что пальцы не сгибались, у нас вот эта вся ерунда. В общем, все по максимуму, это заслуга и Петухова, и Горшкова, это люди, которые вот... И так сойдет, это вот они там, а это вот там. Ну да, то есть это все по максимуму. То есть Оксана Домнина разбила себе лоб об колено, потому что она уже сделала максимально амплитудно там движение. Ну, лбом ударился в свою же коленку. Мы с Албиной лбами там бились. Ну, все, ну, реально все было по максимуму. Но именно это нас ну, сподвигло как-то и работать, и... Программы наши так смотреть были ни на что не похожи. Да, потому что они были сложные очень, со сложными поддержками. Были, и поэтому да, мы не только, могли расти. Не только элементы сложные, но между них переходы все у нас были очень сложные, очень переплетенные, позиционные, и шаги были очень сложные. Ночью при аварийном освещении в Болгарии ставили программы. Это вообще все классно было. И, конечно, то, что с ним еще работал Сергей Георгиевич Петухов, это... Ну, вот все, что, вот, например, я сейчас спортсменам рассказываю, ну, в плане артистизма, в плане исполнения каких-то хореографических вещей, это все я говорю его словами и повторяю его выражения, его истории, которые он мне рассказывал. Мне даже от себя как бы добавить-то нечего. Настолько он огромный вклад внес в наше развитие на льду. Насколько это, то есть насколько были интересные программы и нестандартные, то есть это вот, ну, команда была вообще на самом деле уникальная. Ну, это, мне кажется, получается очень хорошо, когда люди как-то совпадают, они на одном энергетическом уровне находятся. Иначе либо это просто спорт, либо ты делаешь какой-то шаг впереди, и это чуть-чуть больше. И сразу зрители как-то это замечают, зрители, судьи. Любой спорт – это и политика прежде всего. Тем более такой спорт, который нельзя измерить секундомером, либо метром, сколько ты прыгнул или сколько ты там поднял штангу. Это такой спорт, где нужно очень тонко все вести. И когда ты представляешь Болгарию, очень сложно добиться результатов. Конечно, когда мы начали работать с Сергеем Георгиевичем и с Алексеем Юрьевичем, для нас это, ну, что-то у нас сложилось, срослось. То ли мы смотрели все в одном направлении, то ли как-то все получилось, и мы сумели показать что-то большее, более интересное, более какое-то, наверное, новаторское для того времени, и что нам помогло выйти вперед и каждым годом делать по несколько шагов вперед, не возвращаясь назад. И когда, к сожалению, вот наступил момент, что мы поняли, что мы начинаем идти назад, либо нам надо бросать, либо нам нужно делать какие-то перемены, ну, да. Мы, конечно,
выбрали Наталья Владимировна. Наталья Мельничук, да. И Геннадий Михайлович Карпоносова. Да, и Геннадий Михайлович, и вообще не пожалели. Знаешь, как говорят в анекдоте, когда, говорит, в конце 2005 года мы стояли на краю пропасти. С тех пор мы сделали уверенный шаг вперед. В Америку вообще никакого желания не было ехать. Ну, немножко не та страна, которая мне нравится. Но такая у нас возникла ситуация, что все остальные тренеры, которые мы хотели бы попробовать кататься, они все оказались в Америке. Это и Леничук с Карпоносом, это и Коля Мороза был, и Шпильман. Мы поехали в Америку, наверное, попробоваться. Там. И первым получилось так, что мы приехали к Леничуку с Карпоносом. И как-то сразу так все закрутилось, завертелось. И уже не было мысли, в принципе, о ком-то другом. Потому что Геннадий Михайлович с Натальей Владимировной, они очень... Они как, разные. Они абсолютно, ну, как мы с Албиной разные, так же они разные абсолютно. Но они какие-то очень люди, вот такие, как человеки, с большой буквы, качественные. Ну, то есть... Никогда, то есть мы не слышали от них какой-то ругани. Угу. Два раза Леничук что-то сказал, но это было шепотом. Именно поэтому я понял, что она что-то меня обругала, но это было очень... Максим... Наталья Владимировна, ну вы, блин, даете, это жесть вообще. Но другой совершенно уровень работы, и на другие вещи абсолютно делался упор. Первое, что она сказала, вы пока себя не почувствуете, внутри себя не почувствуете чемпионами, вы никогда ими не станете. Угу. Поэтому она нам тренировки прививала вот это вот чувство, какого-то, может, достоинства, как-то своей уверенности. Что вы выходите на лед, вы должны выйти на лед уже выиграть. Она это очень важно оказалось. Она говорила, что вы лучше всех. В общем, даже когда мы плохо катались, она говорит, мы в Японии прокатались ужасно. Это были наши первые соревнования. Я умудрился там упасть, как говорят, с тройным отбивом. Потом после этого встал, у меня обрубилось ноги. Еле доехали, тоже опять со слезами на глазах. Параллельная дорожка. Параллельная дорожка абсолютно параллельная, потому что она была абсолютно вот так вот по прямой. Эти линии не пересекались никоим образом, и даже намека не было. Серпантин, я еле дополз, там еще поддержка на ноге, я там, глядя с ужасом, судя в глаза, еле достоял 3 секунды, и когда мы шли к бортику, покачиваясь, мы думали, что нам сейчас скажут, кто там, в чехлы, и увидимся, может быть, возможно, увидимся в следующей жизни, так, не там. А она говорит, молодцы, молодец, стонал, но держал, неплохо, для первого раза не... Какое неплохо, блин. Мы там вообще, мы хуже, наверное, не катались никогда. Даже на тренировке, ну, тихий ужас был просто. Ну вот этим и отличается, да, и менталитет наш. И еще они так переживали, и так, то есть, ну, они переживали, что мы проиграли, опять же, тем же, по-моему, канадцы. То есть, как это? Говорит, как я упал, и мы там еле доехали. Да, это неправильно. То есть, там такие расстройства были именно из-за этого. Не потому, что там хотели отругать нас. Мы были очень этим, ну, сильно удивлены. И они подтвердили опять свои, как они сами про себя говорят, нас называют реаниматорами. И они это раз и доказали с нами опять же. Да, они прекрасные тренеры. Геннадий Михайлович очень в технике разбирался прекрасно, обязаловку. Настолько все четко, точно объясняли. Наталья Владимировна... Геннадий Михайлович начинал с того, когда мы приезжали, показали так, покажите по всем. Кто это вам? Что? Я говорю, Михайлович, с техникой у нас, в принципе, нормально все. Давайте по существу, без эмоций, без полей. Ну ладно. И он говорил, в принципе, ну, по сути дела, для нас уже известное замечание. Может быть, как-то с другого как бы, конца подходил, с другого, но это оказывает свое воздействие. Но очень запоминающий случай был, когда мы делали параллельную дорожку там по прямой. И Наталья Владимировна говорит, все, не могу больше, не параллельно, все, Гена, займись, пожалуйста. И Гена, так, вот чисто вот под толковником МВД, этот крюк, куда мы делаем? Я говорю, ну туда, нет, найди мне ориентир на бортике, вот линию, по полоску, там пятно какое-то, да. Все, вот туда машем ногой, дальше, следующий момент, куда там ищите? И вот он всю дорожку так разложил, что мы конкретно вот в определенную точку делали шаг. И она стала параллельной. Поддержка у нас была тоже, она шла 15 или 16 секунд, нам нужно 11. И, в общем, Гена занялся.
здесь быстрее. Ты что, здесь не можешь посильнее покатать, здесь давай еще быстрее. И вот в течение где-то дней 5 она пришла в норму. Вот в 11 секунд мы сделали ее все-таки. С Геной вот этой вот прагматизмом, вот этим вот, разложить все по полочкам, заняться четко каждым вот маленьким нюансиком. Наталья, она, конечно, больше, она творческая. Творец. Не только творческая, она все программы с нами отрабатывала, все ставила, делала, придумывала. Тоже уникальная, она видит, где какой элемент. Да, терпение и какой-то вот мудрости. Это, мне кажется, характеристика вот этих вот великих тренеров Тарасовой, Чайковской, Леничук, они видят. Который... Нельзя простому тренеру это не дано, и простому человеку нет. То есть ты берешь, смотришь что-то и меняешь буквально одно место, вот так элемент поменял вот этот на тот, и совершенно по-другому все смотрите. Она говорит, как они это делают, я не вот, знаю. Это... Я говорю, вот здесь вот говорю, вот хороший элемент, давайте здесь под музыку ложиться, и потом сразу... Нет, не здесь, не здесь. Ну как не здесь, ну здесь нормально. Нет, у нас еще даже в последней части музыки нет. А говорю, где там-то? Нет, потом. Потом она вставила это в конце, оно там легло идеально, все отлично, прям за кульминацией идеально все подошло. Это тоже нужно все равно настоять, потому что мы уже взрослые люди, нас сложно тоже переубедить, если мы в чем-то уперлись. Все равно переубеждает. Это то же самое в Новогорске, видел, как работала Тарасова с итальянцами, Фузарь Поле Маргаглио. У них был какой-то кусок по короткому бортику, где они все никак не могли подобрать какие-то шаги. Она сидела, думает, потом выкидывает фразу: «А сделайте мне здесь офигенные беговые». Они делают офигенные беговые. Это самое лучшее решение для этого куска. Вот, все, вот, там ничего другого не нужно. Просто вот, она, вот эти люди, они видят, что здесь должно быть. И добиваются этого. У нас Леничук тогда снимала с чемпионата Европы со словами: «Это российский турнир, что вы там делаете? Хотите проиграть, езжайте». Ну, поехали разочек. Самый запоминающийся случай, это был у нас Дортмунд, если не ошибаюсь, когда мы катали произвольную Генделя, а Ромка Стань катали Остина Пауэрса. На наш взгляд, и в принципе на взгляд многих людей, она была как бы лучшей программой произвольная. Заняли мы второе место. Зал встал после выступления. Да. Потом, когда награждение медали, нас поздравляли, и члены российской команды нас поздравляли, как бы. И в принципе всем все было понятно. И мы даже это, в принципе, вот с Ромой мы друзья очень большие, и мы никогда это, в принципе, не обсуждали. Мы прекрасно оба понимаем всю кухню, всю политику. Кто-то может быть лучше, кто-то может быть хуже, но... Но несогласие все-таки есть. Несогласие есть, но тут как бы после драки кулаками не машет. Уже поставили, ты ничего это не изменишь. Во-первых, мы все время, то, что нам ставили судьи, старались всегда искать себя, ошибки. Почему такие результаты? А они говорят, а вот мы, потому что из Болгарии нам не дали. Если бы мы шли с таким настроем, то мы бы точно ничего бы не добились. Если бы каждый раз, когда что-то нам говорили, мы не искали причины. Ну да. И как-то исправить свои ошибки. Но если говорить о какой-то повод, мне кажется, для меня, например, Олимпиада последняя наша в Турине. Вот когда мы сделали ошибку, мы сделали вращение. Мы сделали маленькую ошибку, может быть, на понижение уровня, но нас наказали так, как будто оба партнера упали. Я горжусь, что я соревновался с Костомаром и Снавкой. Очень сильные соперники, соревнующиеся за Россию. Обыграть их, по сути, невозможно было. Очень сильная пара. Но иногда у нас получалось. Сложно, в России очень много политики. Хочется, чтобы лучшие выходили вперед, что от этого будет только плюс российского фигурного катания, а не политика, особенно в танцах. Так тебя спрашивают, что такое политика? Я вот говорю, что какие-то договоренности все время, какие-то хорошие пары не пускаются. Какие-то похуже дают им шанс. Это все неплохо, но все-таки мы же должны отталкиваться от спортивного принципа. Мы не имеем права на ошибку, если мы ошиблись. Мы поняли, что мы не выиграем, но нас убрали, во-первых, достаточно далеко, чтобы не быть тройки. Ну да. Но здесь вопросов нет. Я имею в виду, если, например, сравнивать это там с прокатом и выступлением там Ромы Стани. Там они делали чисто, мы ошиблись, мы проиграли, вообще не вопрос. То, что нас убрали больше, ну, в принципе, мы тоже уже в какой-то момент действовали по принципу, что второй – это первый проигравший.
И это да. Победитель бывает только один, как бы. Вы прошли три Олимпиады. Да. Скажите, какая самая тяжелая для вас была? Физически или морально? Давайте физически и морально. А они все обычно сложные, потому что первая Олимпиада была в Нагано. Первая Олимпиада для нас вообще уже стресс. Ага. Тем более мы катались сколько всего там? Два года вместе? Три. Да, нет, год. Третий год мы катались. С 96 по 98 была Олимпиада. Второй год нашего катания был. Да, мы там в таком легко шоковом состоянии приехали. У меня первая Олимпиада. Долго там проторчали в этой олимпийской деревне до соревнований, там не знали, чем заняться. Ага. А потом это Япония, это акклиматизация. Да, да. Мне было так страшно, я не хотела на лед выходить. Почему? Вообще. Боялась. Мандраж? Очень сильно. Да вы что? Еще, вы да, слава большой. Богу, перед нами буквально за одну пару что-то случилось в зале, и выключился свет, вырубился. Это Наган разве было? Я думаю, слава Богу, не надо кататься. Разве не сопло эти были? Нет, это Наган. Я говорю, слава Богу, кататься не надо. Такое счастье мне услышали все боги на небесах. А тут раз и включили. Но тут, пока мы ждали 15 минут, конечно, меня немножко пустило, и я поспокойнее вышла на лед. А следующие две Олимпиады я катала очень спокойно, особенно последнюю. Благодаря Наталье Владимировне были готовы, прекрасно, и чувствовали себя очень уверенно. И для нас просто... Последнее было как домашнее соревнование. Просто вышли спокойненько. Катали, что ошиблись, непонятно. Круто, Олимпийские игры как домашние соревнования. Ну вот почему, зачем? Так настолько уверенно все. Солт-Лейк был на высоте, там тоже в этом есть свои трудности. Когда надо было сделать на тренировке неожиданно, говорит, Горшков говорит, давайте прокатик, пока никого нет. И еле дошли до конца, там дышать нечем. И ко мне подъезжает Себастьян Колосинский, поляк, он катался с Сильвией Новак. Он говорит, слушай, ну ничего, проехали. Говорит, даже не видно было, что устали. Я говорю, ну слушай, видно, когда устали, когда ехали-ехали и вдруг устали. Ну да. А когда в первой позе уже устал и всю программу на последнем издыхании. Это не особо заметно, конечно. Просто плохо. Как вы оказались? Не знаю. Ну, почему? Мне бы мама лучше отдала в пляжном волейболе или что-нибудь. Вот правда, да, наконец-то? Ненавижу лед. Было, да. Мне пришлось 15 лет привыкать к Москве и вашей прекрасной погоде. Нет, уже мне нравится. Да, нет, уже я люблю, когда морозно и солнечно. Это я прекрасно, мне нравится. Но так ненавижу. Поэтому я не знаю вообще, собственно, что я делаю на льду всю жизнь. Сама не понимаю. Мне даже добавить нечего. Нечего тут добавить. Вообще. Дорогие друзья, мы подвели итоги конкурса прошлого выпуска. И самое теплое поздравление в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой было написано Любовью Садыковой. Поздравляем вас! Федерация поддерживает болгарское или... Ну, так говорят, молодцы, говорят, вперед. А, то есть все, и на этой вся помощь заканчивается. Денег нет, но вы держите. Ну, конечно, поддерживают, но у нас в клубе находятся все практически спортсмены сборной Болгарии. Не скажу, что это огромный какой-то уровень в мировом масштабе, но для нашей страны это достаточно хорошо. И они стараются. Главное, что всем это нравится. Когда есть желание, когда ты делаешь что-то с любовью, то обязательно получаете лучшие результаты, чем когда просто так занимаешься. Я знаю, что, Максим, ты сотрудничаешь с парой Дэвис Смолкин. Ну, чуть-чуть мы там сотрудничаешь, я чуть-чуть посотрудничаю. Надеюсь, что еще посотрудничаю. Ребята просто приехали на финал выступить, и Игорь Шмелин попросил с ними поработать, по-моему, он уезжает просто. Они остаются еще недельки на две здесь. Мы походи к ним, поработай, ну, конечно, с удовольствием. Что можешь сказать про ребят вообще? Отличные ребята. Мама Дианы принимает участие в тренировке? Мама Дианы присутствует. Серьезно? Мы тренируемся на льду, где все группы ИТРИ там работают. Я очень, меня прям покорило вообще стиль работы с ними. Я хожу, люди не останавливаются, пашут от звонка до звонка, нон-стоп, никаких перевязываний, никаких попить водички, никаких пауз, ничего, просто отрабатывают свои полтора часа. У меня слов нет на самом деле. Так и нужно работать, и мне все это очень импонирует.
жесть тоже импонирует. То есть я на стороне Этери, на самом деле, в этом отношении. Дисциплина жесточайшая должна быть. В принципе, нет желания в спорте. Дома лучше, да. Зацепила за такую фразу, как вы сказали, мы в Ледниковом работали. Да. Это тренерами. Очень неблагодарно. Почему? Ну, потому что быть тренером, ты вкладываешь какие-то эмоции, чувства, особенно когда ты делаешь какого-то спортсмена, растишь, и в какой-то момент он говорит, ну все, до свидания. Это, конечно, неприятно. Спортсмен хорошо прокатал, хорошо выступил, спортсмен красавчик. Спортсмен плохо откатался, тренер говорит. Ну, получается, фигуристы эгоистичные люди, да? Ну, наверное, мы тоже были такие. Ну, наверное, нет, ну не в том дело, нет, там спортсмен тебе ничего не скажет. Ну, просто все вокруг, как бы, комментарии, как бы, кто не откатался. Какая программа, какой молодец, как он здорово проехал, какой артистичный, какой эмоциональный. Отвалялся, ничего не сделал, ну, понятно, он за бортиком стоит, да, упырь. Ну вот, и у тебя тоже ощущение смутное. Ты тренером, блин, готовил, что-то там вкладывал, хореография, потом он выходит на лед, чешет полную ахинею, а ты стоишь вот так вот весь, вот так вот обтекаешь, ничего сделать не можешь, потому что, ну, вот стоишь и терпишь. Хочется поговорить еще про проект, в котором вы, ну, не то что пробыли, да, но уже находитесь 15 лет, конечно. Старый добрый. Есть какие-то воспоминания, связанные с ним? Первый раз мы с Салбенко были в этом проекте тренерами. До этого мы участвовали как непосредственно как фигуристы. Вот. Так что в этом году для нас был такой новый экспириенс. А что сложнее, что ответственнее? Ой, ответственнее все-таки быть тренером, потому что, конечно, я не знаю, для меня, я говорю, мне нет такой ответственности выйти прокататься, чем вот стоять, вот это поставить другим людям, отработать, чтобы это у них получалось, и чтобы еще они и хорошо выступили. И опять же стоишь на этом диванчике, не стоишь, а сидишь уже на диванчике, что, кажется, еще сложнее сидеть, чем стоять. И держишься чисто за сердце, потому что, да, еще рядом трепещущий Илюша сидит, который тоже дико переживает за все. Я, конечно, была очень рада оказаться в роль тренера. Мне это очень сильно понравилось. Я очень благодарна Илье за его приглашение и за возможность как-то раскрыть себе с какой-то новой стороны. Вытягиваешь и держишься. Перегибай правую ножку и вот туда отталкивайся. Макс, расскажи, пожалуйста, что ты принес нашим зрителям в подарок? Хорошее настроение, надеюсь. Радость, счастье. И вот эту кружку. Вот. С твоим автографом? Да, вот здесь я расписался. Вот здесь вот мы с Албеной. Это у нас в костюмах из спектакля «Ромео и Джульетта». Сжимаю уверенно в руке шпагу. Прекрасно. Все прекрасно. Дорогие зрители, мне кажется, мы должны разыграть это 100%. И автор самого смешного комментария получит вот такую вот замечательную кружку в подарок. Ребят, шутите. Не в кружке дело, просто шутите и улыбайтесь. В принципе, у меня травмы появлялись всегда вне льда. Из-за какой-нибудь глупости, на самом деле. Вот там где-нибудь упал, где-нибудь споткнулся, где-нибудь врезался во что-нибудь там ногой там или там, не знаю, чем, башкой. На льду у меня травм почти не было, ну, это такие растяжения, ну, повседневные мероприятия, знаешь. Повседневные мероприятия. Ну, там где-то стукнулся, где-то растянул, но это не травма, это так ерунда. Хорошо, у Албена это ежедневие. Была, нет, у Албена на соревнованиях была, она получила очень серьезную травму. Ей порезали ногу, буквально вот в сантиметре над ботинком вот здесь, вот, в соревнованиях, вот, где ботинок заканчивается, прямо вот здесь вот. И я говорю, было бы на сантиметре ниже, то есть ботинок на себя принял бы удар, ну да, левую ногу. Ничего страшного. Не, ну, она, это не она, травма, она, это инцидент, скажем инцидент, так. Но это травма. Это порезанные связки были, и делали операцию, и сухожилия. А как так получилось просто? Ну, толкнулись мы на чемпионате мира в Ницце, на тренировке перед произвольного танца. Ты знаешь, что у танцоров смертоубийство происходит на тренировке, там кому не уступает. И наше поколение, знаешь, там, оно крепкое. Были люди в наше время, знаешь, не то, что нынешнее племя. Богатыри не были. Не, какой там. Мы поехали на Скейт Канада, а следующей неделе у нас гран-при в Германии. Приезжаем мы в Германию.
И я не хочу ничего сказать про канадцев, это прекрасные ребята на самом деле, сейчас они чудесно работают. Просто так случилось, что в Германии на тренировке перед произвольным танцем они влетают в нас на полной скорости. И, в общем, что-то там получилось, у меня подворачивается голеностоп, он там падает мне на ногу. Ну, я конек снимаю, у меня голеностоп такого размера. Ну и все, наступить не могу, и, ну, ужас очень полный. Там японский доктор мне что-то вколол там свое японское в ногу, обезболил. И, в общем, плакать я начал где-то с середины программы, потому что по программе я как-то еще ехал, а по программе у меня врубило на ногу. Я ехал, у меня лилось все, сопли, слезы, пот там. Ну, еле, в общем, доехали, в результате мы выигрываем соревнования. Чинообразно. Занимаем первое место. И вот тогда я стоял на пьедестале, наверное, чуть ли не плакал, потому что, во-первых, блин, больно. Плакал от боли, да, больше чем? Реально больно. И с этой ногой пришлось помучиться. И второй раз я плакал, когда доктор Аниканов уже в Москве нас приехали. Было какое-то шоу в Лужниках. Uh-huh. И он мне пластырем, который мне заклеили ногу, отдирал вместе с шерстью. Да, он может. Пол раздевалки, Рома говорит, да, я резко дерну, а ты отвернись. Говорю, когда мне это дернули, там тоже, да, хочешь, не хочешь. Блин. Ну вот, и говорит, травм нет, дофига всего. Да нет, весело. Да. А, вот, недавно же была у меня травма, да, лежал в больнице. На раскатке там темно было, я попал вслед коньком, и, в общем, навернулся с поддержки вместе с Албеной. И, в общем, как-то на бок очень упал, еще Албенка слегка на голову ударилась очень сильно. Без амнезии. Да. А я как-то еще на руку упал. В общем, короче говоря, у меня треснуло три ребра и легкое так сложилось. Пришлось там доработать шоу вообще. Чего? Как это вообще? Вот, потом повезли в больницу. Сказали, что надо на операцию. Таблетками не отделаешься. В общем, ну, дырку здесь сделали, всунули трубу, чтобы восстановилось давление и легкое расправилось. Бедный Максим, ты такие страшилки рассказываешь. Говорит, ну, травму там, спрашивает. Я не помню. Там, нет, там не помню, было, здесь да, помню. Что-то было. Здесь помню, потому что трубку вставляли без наркоза. А так все хорошо. Такое ощущение, что наши спортсмены, они расслабляются, когда их постоянно хвалят. Такая система, она подходит не всем. Вот наши привыкли работать с помощью, да, метода кнута и пряника. То есть вот ты стоишь над ним, только ты... кнута. Только кнута, вот даже, да, действительно. Где пряник-то? Угу. Нету пряника в России. Вот вы считаете, что как нужно работать? Я хвалить пряник постоянно? Максим кнут. Не, я кнут, но я в основном, конечно, ругаю спортсменов. Да ужасно. Но если он сделает что-то хорошее, я нет, мне не убудет, я похвалю. Угу. Ну, сделать сначала что-то хорошее. Все будет. А с кем еще работаете? В основном в Мегаспорте. С Анжелой. Да, там Анжела у нас великий фюрер. Она начальница. По ней не скажешь. Вот. Да, и она ходит как королева, и мы за ней, как этот Арамис с Портосом, с Олегом, передвигаемся. Да, двух друзей еще где-то потеряли, но Албена, я, Олег, мы являемся. Ну, я не так много. Мы очень хорошо посоревновались. И скучаем, на самом деле, по этому соревновательному моменту. До сих пор? До сих пор. А да чего? Как? Ну, хочется иногда и все. Вот выходим иногда и соревнуемся. То в проекте, то на шоу. Ну, так. Между собой. По-старчески уже. Из кого больше песочек выспится? Господи, я думала, что это когда-то проходит. Это же классно было, когда в спорте. Нет, конечно. Переживания, нервы там. Да, согласна. А ты знаешь, когда приходишь на соревнования, а там спортсмены разминаются, ты приходишь, стоишь, вдруг раз ногу на бортик начинаешь закидывать уже. Просто интуитивно, что одни разминаются, всегда тоже что-то тебе тоже, да. Чем стал для вас этот проект? Как-то можете подытожить? Вообще ледниковый период? Вообще. Ну, вообще для нас это такой трамплин огромный, потому что после спорта обычно самые-самые чемпионы, и то где-то в Америке или там японцы, я не знаю, канадцы, они успевают поработать год-два как профессиональными спортсменами. А у нас уже столько лет, и мы все еще катаемся. Да, это, даже, конечно, достойно. Да, достойно это очень жизни. Долго. И это все благодаря ледниковому периоду, благодаря Илье. Творчески очень интересно. Угу. И для какого-то самого совершенствования. Да, и кроме того, у тебя там же нету таких правил, как в спорте жестких, поэтому да, ты можешь там делать абсолютно чего угодно. Свобода творчества. Я уже не говорю про использование какого-то реквизита, угу, и тому, угу, подобное.
но это было абсолютно неограниченные возможности. Ну, получается, фигурное катание – это навсегда? Ага. Ну, так получается. Ну, все. Да. Все. Ну, вот и все, дорогие друзья. Ставьте лайки, разумеется, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои теплые комментарии, которые мы, разумеется, читаем. Спасибо вам огромное за просмотр и за поддержку. Для нас это очень-очень важно. До новых встреч!